Настоящим триумфом завершил сеньорский чемпионат России по тяжелой атлетике для двух воспитанников с дюшор номер 2 Мозырского района, подопечных тренера Сергея Леонидовича Титова. Выступали два наших участника. Воспитанника из дюшор номер 2 на данный момент ребята учатся в училище Олимпийского резерва города Мозыря. Сокович Владислав, Павлюковец Игнат. Ну, Владик выступал в 109-й весовой категории, занял первое место в упорной борьбе. Игнатий выступал в 89-й категории, стал первым и стал абсолютным чемпионом. В общем, ребята свою задачу выполнили. Я считаю, что выступили достойно. Но впереди, конечно, есть еще многие старты, гораздо серьезнее, подготовка нужна будет гораздо серьезнее. Уже по приезду в родной город мы взяли интервью у наших богатырей, настоящих надежд Мозырской тяжелой атлетики, полесского спорта в целом. Выступал в весовой категории до 109 килограмм. Поднял по сумме двух упражнений сумму 352 килограмма. Это получается в рывке 162, в толчке 190. В рывке 165 не покорились, и в толчке 193 тоже не покорились. Мне понравился город Тула. Он сам по себе не очень большой, но красивый. Красивым было и выступление Владислава, который хоть и не все заказанные килограммы выполнил, но первенство завоевал. И золотую медаль родному Мозырю принес вместе со своим товарищем по команде Игнатием Павлюковцом. Выступал я в 89-й весовой категории. В рывке я поднял 155 килограмм, в толчке 184, тем самым набрав сумму для того, чтобы занять первое место. Также с этой суммой я набрал 406 баллов по таблице Синклера и стал абсолютным чемпионом. Спортивная моя мечта – это дойти до Олимпийских игр и подняться на пьедестал Олимпийских игр. Мы даже не сомневаемся, что эти парни обязательно выступят на главном спортивном соревновании – Олимпийских играх. И не просто выступят, а завоюют медали, тем самым еще выше подняв знамя Мозырской тяжелой атлетики и родной спортивной школы.